Да, бля, не перебивай ты нахуй. Дай ты мне, блядь, клип посмотреть, ебаный свет. Алло, привет, скорость. А, я думаю, че такой быстрый, блядь? Давайте заново, эту скорость увеличена, ебать. Я думал, нихуя себе хардбас ебашит, блядь, в ухо. А тут, оказывается, вот он. Да дайте клип! Так, заново. Блядь, теперь вообще по-другому воспринимается клип. И песня. Бля, сука, я немножечко не понимаю, о чем поет. Охуенно субтитры, музыка. Музыка. Да я понял, что это музыка, блять, а что это еще? Как в чате написали, типа, похуй, что поет, главное, качает. Ну, то же самое про Моргенштерна, можно сказать. У него такой же, скажем так, стиль, и такое понятие о треках. Типа, вообще похуй, что я там пою. Главное, качает, и все. Блять, это вот мент, короче, вот у него лицо, вот я тупо я, блядь, когда делаю реакцию на какие-то клипы. Когда нужно сидеть там вот так вот, короче, а я такой, ну да, ебать, конечно, вообще качает. Ну да. Бля, у меня такое ощущение, мне показалось, там Диана Райс, что ли, вот это кто это, блядь? Диана Райс? Я? А. Любишь тупую безыдейную музыку? Тогда скорее скачивай новое бесплатное приложение. Кого, блядь? Че, реклама, что ли? Ничего не понял. Приложение все ок, там как раз... Или это такой прикол? Большой выбор подобной музыки. А, я уже скипнуть хотел, думаю, ебать, хуя интегрировал. Прикольно. Типа еще и намекнул, что у него тупая музыка. Квыми припевами. Все ок, когда нихуя не ок. А. Нормально рофл. Твою мать! Да чтоб я еще раз в подобном дерьме участвовал! Продвинуть песню. Получше дерьмо, чем это дерьмо нельзя было придумать. А нечего было соглашаться. Надо дом строить, еще и машина жрет бензин, будто... Это отсылка? Потерявый. А я не видел этот «Однажды в Голливуде». То есть я до сих пор не смотрел этот фильм. Прикиньте, да? Охуеть. Твою мать! Что за хрень? И текст уже не помню. Репетировал, а теперь они все думают, что я не учил! Скакал там... Дубляж охуенный, на самом деле. Красножопый движ, блядь, хаос, бэм-бэм-бэм-бэм! Твою мать! Весь альбом! Весь! Можно было бы хотя бы одну песню подобную сделать? Нет! Весь! Идиот ты конченый, надо было работать, а не бухать каждый день. Вот из-за этого ты в полном дерьме. Из-за этого!
Ладно. Сейчас быстро доснимусь. Песня зайдет, заработаю бабок и забуду, как страшный сон. Сука! Сука! Не, ну теперь надо посмотреть «Однажды в Голливуде». Мы забыли снять ролики для самого приложения, поэтому пойдем сейчас и снимем их. Ребята просто уже домой хотят. Поэтому давай быстрее. Ты сам хотел, чтобы твои песни были в чартах, а сейчас без этого никак. Ты понимаешь? На ГГ. Все, давай, пошли. Ну, как-нибудь на ГГ посмотрим, да. Мне нужен движ, нужен хаос, он дожить бы до утра, и нужен стиль, нужен бас, я создам, ты доедай. А, намекает, короче, продвигайте мой трек в ТикТоке, блядь, ну это и правильно, позиция, как бы, да. В основном, сейчас песни становятся популярными благодаря ТикТоку. До конца, я чё, до конца, да? Так я до конца, и чё, и ничего нет, блядь. Ух, блядь. Заебали, постоянно пишешь, до конца, а в итоге в конце ничего. Да не, нормальный трек. Прикольный, скажем так, без грязи, как у Моргенштерна, там, суки, тёлки, ебай, бухло, наркотики. Да прикольно, чётко, классно, шо, весело, задорно, и все вот это вот. Мне понравилось. Я хочу пиццу, я хочу сожрать пиццу. Очень вкусно, очень-очень сочно. Дайте две, дайте три, дайте все. Я сожру здесь пиццу.